Мы идем смотреть новый дом на Липаной. Вот он как выглядит. Здесь есть парковка. Небольшая терраса. Два входа. Один с этой стороны. Вижу дверь, висит что-то на ней. И один с этой стороны. How many people are there? Two. Engineer will be two. Как мы видим, здесь есть столик обеденный, есть большой холодильник хорошего уровня. Есть микроволновка, есть посуда, чайник. Видно, что хозяева позаботились о том, чтобы гостям было комфортно жить. Микроволновая плита. И так, у нас что это? Электрическая плита. Миксер. Сюда. Тут у нас все работает. Ножи. Так. Угу. Кстати, даже здесь есть столик маленький. Неожиданно. Очень хорошо. Так, пойдемте посмотрим. Что у нас еще есть? У нас есть гостиная с приличным диваном. Достаточно приятный ремонт. Есть телевизор. Посмотрим на него. Даже USB. Ну, тут не видно, но USB у него вход есть. И HDMI тоже. Так, видим абсолютно новую кровать. Еще здесь никто не жил. Так, кондиционер видим. Вот он. Шкаф. Даже с ключиками. Окей. Так, и у нас тут еще есть как бонус москитные сетки, которые очень хорошо открываются, закрываются. Так, туалет забыли посмотреть. Туалет. Вот так выглядит. Туалет. При этом у нас зона отделена душевая. То есть вода не будет разливаться по туалету. Это очень круто. Так. Thank you very much. Хибуки. Десамбо. Хобукин. One house. 15,000. А, окей, окей. Она уже говорит, что в декабре кто-то забронировал этот дом. То есть последний, видимо, сегодня забронировал. Так, немножко расскажу в целом свое мнение об этом домике и вообще в целом об этом районе. Вот эта вот хозяйка, которая нам показывала жилье, она только постигает азы менеджмента. Сегодня выписывала мне квитанцию и очень долго это делала, не знала, что записать, как это записывать, то есть, может быть, не весь алфавит английский знает, но она немножко по-английски говорит. Для чего это говорили? То, что, в принципе, вы сможете общаться с ней и решать какие-то вопросы, она достаточно, ну, идет навстречу, то есть, приятное в общении, что для хозяйки дома это всегда плюс. Что касается воды и электричества, вода бесплатная, электричество оплачивается по счетчику. Это примерно 4-5 бат за киловатт. Ну, если будете очень сильно использовать кондиционер, ну, может быть, 1000-1500 заплатите в месяц. Wi-Fi здесь бесплатно. Домик новенький, приятный. До моря здесь пешком, я думаю, минуты 3-4. В принципе, если так вот посмотреть, налево-направо рощи здесь, джунгли. Достаточно спокойно, тихо.
Вот, можно где-то пожарить шашлыки. Есть местечко, только мангалами купить. Вот, некоторые уже даже гамаки повесили у себя. В целом, очень такой приятный дом за эти деньги. Единственное, что по району он находится на Липаной, недалеко от госпиталя Натон. И, соответственно, нужно иметь какой-то транспорт. Понятное дело, что у самой хозяйки, кстати, есть небольшой магазинчик, где можно купить там кока-колу или пиво, да, но если ехать что-то покупать, приготовить, то нужно ехать до Теска, это минут 10-15 на машине, там, на байке, вот, а пешком, ну, час, наверное, пешком ходьбы, вот. Тут также есть рынки, и рынки очень хорошие на Тоновске, соответственно, если вы обладаете транспортом, то вам повезло, будете покупать вкусные фрукты. А здесь они у нас каждый год в доступе. Вот, поэтому этот дом бы я рекомендовал тем, кто ищет либо дом рядом с морем, здесь море, в 3 минутах пешком, и тем, у кого также есть транспорт. Вот. Идеально, конечно, бы жить здесь с семьей, имея автомобиль. Я думаю, так. Этот дом как раз для этого. Но если вы без транспорта, то ну, можно будет как-нибудь там на сутки брать или заказывать и ездить до Теска, например, на машине. В целом, как-то так. Ладно, благодарю вас. Всего хорошего. До свидания. С вами был Лев из компании Балсуми.